Эй, ты был занят, да? Итак, у меня есть к тебе вопрос. Думаешь, даже самый наихудший человек может измениться? Каждый может стать лучше, если просто попытается.
Ладно. Хорошо, вот вопрос получше. Ты хочешь плохого времени? Потому что если ты сделаешь шаг вперед, тебе точно не понравится то, что произойдет дальше. Ну-с? Простите, старая леди. Вот почему я никогда ничего не обещаю. Прекрасный денек снаружи. Птички поют, цветы благоухают. В такие дни дети, как ты. Должны сгореть в аду.